Advisement: the video you are about to watch contains material that might be considered amusing. Viewer discretion advised. Фильм Дэвида де Котто. Форсаж 3. Демон скорости. Делай все, что... Луной начинает управлять нечто мощное. Хотя я сам вызвал это. Начинаем! Слушай, кто ты? Погнали все, посмотрим, что творится в гараже Хэмпстона. Думаешь, это было случайно? Ребята, может... Да пошел он к черту! Что, Джесси, запустил колымагу отца? Поздравляю! Мне вообще-то наплевать. Этот Отто там лезет на рожон. Я думаю, вам лучше с ним просто поговорить. Это ему нужен медальон? Или что там у тебя? Хорошо?
Half of it in my mouth. So I wet my hand and work the bottom of the shaft. Oh. How about I bend over and grab my ankle and you see if you can make me purr? Что, проблемы какие-то? Вот это видел? Вот что я думаю о твоей вонючей телеге. Ну все, Хэмпстон, это все очень смешно. Давай лучше я тебе сейчас кулак в горло засуну, хочешь? Звали нас взяться за оружие. Эй, Джесси, я знал, что ты когда-нибудь пожалуешь ко мне. Отто заставил отморозка испортить машину Майки. Я в свое время кое-что сломал в машине твоего папаши, а теперь пришел по твою душу.
Что не так? Девочки не могут играть тоже? Что ты такое? Демон? Ангел? Разве это важно? Я просто люблю тебя. Если сейчас заехать в мой район, то гараж Хэмпстона вы не найдете. Но если ищете город, быстрые машины к вашим услугам. А за рулем замечательная женщина. Медальон. Или что там у тебя? Хорошо? Half of it in my mouth. So I wet my hand and wore the bottom of the shaft. Oh. How about I bend over and grab my ankle and you see if you can make me burn? Thank you.
Что, проблемы какие-то? Вот это видел? Вот что я думаю о твоей вонючей телеге. Слушай, кто ты? Погнали все, посмотрим, что творится в гараже Хэмпстона. Думаешь, это было случайно? Ребята, может... Да пошел он к черту! Что, Джесси, запустил коломагу отца? Поздравляю. Мне вообще-то наплевать. Этот Отто там лезет на рожон. Я думаю, вам лучше с ним просто поговорить. Это ему... Advisement. The video you are about to watch contains material that might be considered amusing. Viewer discretion advised. Фильм Дэвида де Котто. Форсаж 3. Демон скорости. Делай все, что... Начинаем!
Ну все, Хэмпстон. Это все очень смешно. Давай лучше я тебе сейчас кулак в горло засуну. Хочешь? Звали нас взяться за оружие. Эй, Джесси, я знал, что ты когда-нибудь пожалуешь ко мне. Отто заставил отморозка испортить машину Майки. Я в свое время кое-что сломал в машине твоего папаши, а теперь пришел по твою душу. Что не так? Девочки не могут играть тоже. Что ты такое? Демон? Ангел? Разве это важно? Я просто люблю тебя. Если сейчас заехать в мой район, то гараж Хэмпстона вы не найдете. Но если ищете город, быстрые машины к вашим услугам. А за рулем замечательная женщина.